Открытие роковое. Хейвайер, ты не думал о побеге? Какого черта мне там делать? Там лучше, чем тут. Ночлежки, психиатры, уколы, полицейский надзор, анализы мочи, работа. Нет. А к чему ты это? Один парень заговорил вчера об этом на прогулке. Я не знал, что сказать. Сдай его Белику. Тот отблагодарит тебя, если... Если что? Твои татуировки. Ну что с ними? О чем они? Нет. Что это значит? Просто наколки. Словно какой-то... Хейвайер, получай угощение. Они думают, у меня неврозоподобная шизофрения с биполярными тенденциями. А это не так? Черт с вами. Пью эти пилюли, чтобы только от меня отстали. До завтра. Ну-ка, пусти. А может, они не просто так дают тебе таблетки? Ага. Чтобы оглушить меня. Чтобы держать меня в своих невидимых чертовых цепях. Нет, серьезно, у тебя классные наколки. Не против, если я осмотрю картину целиком? Вообще-то, против. Почему? Эй, внимание! Я что, обязан объяснять? Me.